Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Динобэш Путешествие во времени. Так, друзья мои, поехали потихонечку. Так, я хочу сказать вам сразу же, что, ребята, я за кадром. Ну как за кадром? Я просто решил поиграть немножечко в некоторые уровни. И один из уровней прошел случайно на 3 звезды. Я думаю, что ничего страшного в этом не произошло. Так, давай-ка мы откроем сундук. Что-то у меня такое ощущение, что... Не? Нет ощущения, что подлагивает? Нет? Так, деревянный сундук, кентра, целитель пара, взрыв. О! Ребята, целитель пара у нас может прокачаться. Так, у нас обновление, но это, видимо, про целителя пару как раз идет разговор. Наверняка. Где оно у нас? Вот. Слушай, 10 тысяч всего надо. Ребят, я думаю, 10 тысяч накопим. 2 тысячи тут осталось. Давай-ка рискнем, наверное, мы с тобой пройти. А тут у нас все пройдено. Блин, вот этот уровень до сих пор не могу пройти. Блин, как бы мне его хотелось пробежать бы, а? На 3 звезды, друзья мои. Ну, наверное, не получится. Может, попробуем все-таки? Авось выгорит. Но что у нас там? Бомжихи там, бомжихи, да? Там из-за бомжих, да, по-моему, там очень слишком сильный напор врагов идет. Ладно, может быть, взять огонь. Вот если мы с тобой возьмем Тирекса, успеем вызвать, ребята, и под хилочку под нашу, в принципе, есть вариант, что этот этап можно пройти. У нас мало с тобой... Да куда ты там стоишь, блин, бомжара? На! Так... Сейчас, вот, посмотрите, он даже здесь, ребята, что-то бомбит как-то не по-детски, если честно. Да ладно, ты серьезно? Так, я пока не буду тратить нашу огненную завесу. Да, блин, ну конечно же, вас тут только вот, блин, и не хватало. Ой, ребята, и этот идет. Ну вот, допустим, да? Так, я вызвал еще одного. Сейчас попробуем забирать. Я хочу, ребят, под хил успеть вызвать. Блин, мне кажется, не успею я. Но! Да запинаю сейчас. Ну и фиг ли мне вот этот вот хил сейчас, скажи мне. Вот. Мы же все прекрасно понимаем, что... Ладно, сделаем так. Очень много вот сейчас, ребята, потрачено времени было. Ну, очень много. Чего уж там говорить. Так, я думаю, что они разберутся пока без меня. Я попробую вот здесь вот. Я 3 часа буду тут ее бомбить. Так, достался молоток. Мне нужен именно мамонт, друзья мои. Если мамонт, как бы тебе сказать, придет, успеет прийти. Но он прийти, он успеет. Вот. Вот, друзья мои. А вон там, блин, катапульты. Кого? Да какого лешего ты хила-то моего? Блин, ну это пипец.
Да хила не трогайте. Не, сейчас, наверное, ушатает мне хилку мою. А он не успевает, ребят. Она не успевает отхилять. И мама-то, как ты видишь, только что нагнули. Но это трэш. Не, ребят, тут не получится. Как бы я тут ни старался. Моя тут схема не работает. Просто схема не работает. Даже если мы... Нет, Тирекс мы сюда однозначно не успеем призвать. Атака ни о чем. Ну еще, как я тебе говорил, что сзади именно. Да. Доигрался. Добегался. Нет, ребят, этот этап не пройти. Надо другие пытаться. Этот я не смогу. Не выйдет нифига. Как бы тут ни старался бы. Просто не получится. И катапульты, самое, понимаешь, что катапульты и все прочее, они боятся чего, ребята? Они боятся огня. А у меня нету здесь огненных ловушек. Нету у меня. Вот эти вот камни, они, сам понимаешь, они... Они особого урона не наносят. Вот поэтому так получается, ребят. Так, надо сюда вставать. Да, тут, как всегда, одна звезда, это максимум. Максимум, что мы с тобой сделаем, это одну звезду, ребят, выручим. Вот уже одна звезда, ребят, осталась. То есть ниже одной звезды нам не упасть. Ну давай, давай, давай уже допройдем этот... О! Да ну нафиг, вы что, вы серьезно что ли? А разве так должно быть? Я что-то... Там еще два викинга и...
Даже он не помог, ребят. Даже хил нам не помог здесь. Даже хил нам тут не помог. Ну, только мамонт остается, ребята, и... Ну, видишь, как они бомбят, ребят. Мамонт, ну отхиляйся ты. Жалко, что нельзя больше хилов, ребят. Только один может быть. Смотри, сколько их тут накопилось, а? Так вот сделаем, встанем, пока мы под защитой. И как вот этот уровень я должен пройти на 3 звезды? Я ума что-то не приложу, ребята, если честно. Просто не приложу ума. Как мы должны его пройти? Даже во времени уложиться просто уже не получается никак. Да сколько этих викингов-то, а? Ну, и вот только портал. Это ж... Да, дофига, ребята. Ну куда ты идешь, бомж, а? Вот тебя сюда звали, скажи мне на милость. Сложно. Сложно, друзья мои. И с этим я, к сожалению, ничего поделать не могу. Пока вообще ничего. Бесполезно здесь чуть что-либо, ребята, искать, ловить. Пойду я попробую 15,5. Что у нас тут? Да, тут тоже, конечно, армия еще та. То есть, как я должен... Валуном его подбить. Как-то вот так вот, судя по всему, должен делать. Других вариантов пока я не вижу. Энки, здесь от него толку мало. Вот эти вот, ну и вот эти вот. Наша, так скажем, основа, блин.
Ауч! Ну давайте, ребятушки, ну. На три звезды идем, ребята. Идем на три звездочки. Есть. Пчух. Ребят, мы этот этап прошли. Мы этот этап прошли. Так. Окей. Сколько у нас? 18 из 30. Сейчас, ребят, водички попью. Блин, надо вообще стакан налить. 18 из 30. А награда у нас, по-моему, будет, если я не ошибаюсь. Что у нас за награда будет, а? Сундук вроде бы, да? О, кстати, у нас прокачка, ребята. 10 тысяч мы накопили. О, сундук бесплатный. А, 12 часов, ребят. 12 часов стукнуло. Так, 1100 монет. Энки 2 штуки, огненные Дейна. Так, в Диносы, да? Окей, ребят. А, блин, у нее что-то... Я все время забываю, что она должна тренировку еще пройти. Так, 15 и 6. Не знаю. Будем стараться. Само собой, здесь понадобится нам Кентра. 100%. Так, нам понадобится Кентра и... Давай, наверное, Дейна возьмем. Огненного. Правда, пока не понимаю, зачем он мне нужен будет. Да в плане, я же, блин... Это я отдуплился, блин. Опять прозевал, ребята, вспышку. Ну, бей. Так, я вот думаю, может быть, пока приберечь, да призвать сразу мамонта после того, как разобьем здесь. Такс. Дирижабли, друзья мои. Ну, конечно же, ну, конечно же, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот и ой-ой-ой. Мамонт. Вот и грохнули они мамонта, ребята. Thank you.
Ну вот, смотри, их армада, блин, собралась. Это как всегда. Помнишь, обманная тактика, блин? Да, обманывался, да? Все, поубивали, блин. Да елозился здесь. Тоже непонятно, по какому принципу здесь, ребят, проходить. Слишком мощный враг. И самое бесявое, что вот эта вот фигня, она находится сзади. То есть мы до нее не достаем, даже если захочем. Понимаешь? То есть Кентра сюда вызывать, ну нет смысла. Если этого одного зову, они все равно его порвут. Хоть он сейчас издалека и будет бомбить. Вон, звезда уже пошла уменьшаться, ребят. Ты заколебал, вот серьезно говорю, ребят, он заколебал уже просто. Ну, бомжиху мы подбили, да. Вот вторая звезда пошла на уменьшение. Да фиг ли твое, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже ой-ой-ой твое не поможет здесь нам. Да, тоже, ребят, с одной звездой. И все из-за вот этого дирижабля, который бомбил, ребят. Именно он. И мне никак его было не достать. Мне надо было и с этим драться, и его подбивать. Ну, то есть, как говорится, как хочешь, так и выживай, так и выкручивайся. И денег, соответственно, мы с тобой не получим. Давайте, ребятушки, топчем их, топчем. Это последний аглоед. Окей. Ну, сам понимаешь, одна звезда это... Это ни о чем. Абсолютно. Так, 15,7. Попробуем, ребята, 15,7 пройти. Так, колючка это, конечно, хорошо, но нам... А что нам? Кентра призвать, что ли?
Ну, пускай пока будет Кентра здесь у нас. Прилетел. Так, ну здесь более-менее хоть справились. Еще летит. Ага. Ой-ой-ой. Он подбитый. Хорош. Давай молотком этим. Пока эти тут разбираются, я вот с этим вот разберусь. Так, разнесли, да, здесь? Блин, ты серьезно сейчас вот это вот? Слушай, заколебал уже, а? Вот так вот попробуем. Ну. Так, друзья, пока идет все хорошо. Ну, то есть идем на 3 звезды. Ну, и сейчас, конечно, что-нибудь не изменится. Есть. Фух. Ага. Хорошо. Так. Вот оно что. Так, а что мы... Я не посмотрел, ребят, сколько мы получаем награды за... За золотой путь. Опа. Новая локация, друзья мои. Ого. Так, за золотой путь мы с тобой получаем деревянный сундук. А давай... А 17.5 я пробовал, интересно, или нет, ребят? Ну, давай попробуем. Попробуем пройти. Я понимаю, что тут будет трэш полный. Такой невзначай скинул бомбочку. Типа я не вижу, да? Гаденыши. Ага.
Есть. Ой-ой-ой. Опять эта фигня бежит. Ползет. Как его назвать-то, даже не знаю. Самолетик. Как его звать? Дирижабль, блин. А этот, интересно, он бежит. Ага, вот этот вот видит. Он с разбега, ребята. Зашибись. Зашибись, они там в самолетике были. Давай, 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 ребят, до последнего жарим. Все, что ли, пробомбили их? Ну! Сложно, черт подери. Может быть, этого позвать? А чем он нам поможет? Боюсь, пока ничем. Пока. Ой, опять этот идет, а? Дурачок местного разлива, блин. Как его назвать, даже не знаю. И что он сделал? Своей бомбой просто, ребята, всех снес и все. Вот так он и работает. Вот как я его должен, ребята, подбивать? Ну, как? Если он за 3-9 земель там находится, блин. Придурочный вот этот вот. Вот и все, вот и сиди и думай, блин, как его должен я подбить. Попал, называется, под удар, парнишка. Этот там до сих пор со своим этим, блин, ну он достал уже, а. Ты издеваешься, да? Эй-эй-эй-эй-эй, закряхтел, закряхтел инвалид, блин. Фух.
Ну, давай, ребятушки, ну. Сколько там еще нужно идти до портала, блин? Я не пойму вообще, куда бьем-то, блин. Просто на один удар достаточно, ребята. Наотмашь врубает, блин. Конечно, звезда отнимает. Конечно же. Так. Бомжик сейчас удары, ребята, вырубит. Ну, конечно же. Это этот гад ее хиляет там. Тут где-то медик, блин. У нее здоровье вообще не уменьшается. Минус две звезды, вот и все. Двоих с удара, блин. Этот инвалид уже достал тут. Да, может быть, этот уровень и пройдем. Может быть, друзья мои. Но не на три звезды, это уже факт. На одну. Это максимально, что нам светит. Дирижабли эти еще непутевые. Наш Рэмбо спотыкается от первого попавшегося. Просто сразу же. И все, ребят. Вот как бы и портал уже. Только мне почему-то от этого ни холодно, ни жарко. Вообще никак. Да, одна звезда, друзья. А что поделаешь? Ничегошеньки ты тут не поделаешь. Ну, давай мне деревянный сундук еще. Пожалуйста. Собрать. Ну и что нам здесь достанется?
1600 монет, 7 самоцветов, Рэмбо в огне, Дилофа и Рэмбо в бочке. Вот так вот. 17,6. Не знаю, ребята. Слушай, ну тут... Тут я даже, ребята, не смогу, потому что у меня даже не хватает, чтобы кого-то помочь, на помощь себе призвать. Секьешь, о чем я? Ну да. Это мне только первую оградку надо пробить, чтобы начать себе кого-то уже призывать. И то это будет пара. Пара зарацелов, или как там называется-то? Ты сейчас издеваешься, да? Сразу бомжиху на меня. Сразу на меня бомжиху направляешь. И самурай. Что я делаю, блин? Подбили там уже его, подбили, ребят. Они же сюда явятся. Вот они. Зашибись, еще эта огненная телега приперлась сюда, а? Нет, конечно, какой тут? Это сейчас будет своими суперударами бомбить. Даже если так, допустим. Да грох бомжиху убили. Уничтожили они бомжиху, хотя бы так. Может быть, надо было пару зарал... Ну, короче, пару вот эту призвать. Иди ты пока, а? А он что, она лечит только одного, что ли, получается? Она не лечит всех. Я так понимаю, да?
Ну да, видимо, только лечит одного. Она не может сразу всех хилять. Огромный минус. Получается тогда для нас. Огроменный. Кто там? Что там? Что это за визжание? Блин, какой-то, а? Куда он полетел? Там они справятся, как ты думаешь? Что там мощнее какой, а? Ой-ой-ой. Чего? Да. Я думаю, что тут, ребята, без комментариев. Еще тут непонятно, кто сидит. Взорвется. Ну ты посмотри, сколько. Это у меня там бомбило по ним. Не одна дюжина бойцов, ребят. Да чихать не хотели на это все. Нет. Какой там, блин. Просто промнут. Промнут, ребят. Причем на изи. Хилка одна не справится здесь. Мне кажется, нет, не справится. Они очень много наносят урона.
Да. Что-то все едет, все, что-то скрежет какой-то. Так, мамонт идет. Ну, если мы пройдем даже с тобой, то на один... На одну звезду. Так, я думаю, здесь они разберутся. Пошли тогда дальше с тобой. Чего они там? Кого бьют-то? Уже никого нету, они бьют что-то кого-то. Еще мамонта возьмем. Ага, вот и портал. Вот, ребята, и портал. Блин, что-то сушняк какой-то берет. Так, бомбанули. Ну, хотя бы прошли. И то ладно, ребята. И то ладно. Так, 500 монет. Ага, Хэнк и Тирекс. 4 звездочки. Так, интересно, сундук мне дадут? Еще один сверхсложный уровень. Неужели создатели этого мира подлые идиоты? Не, думаю, они просто хотели создать что-то интересное и сложное. Помните, что звезд нам нужно только... Помните, что звезд нам нужно только для того, чтобы пройти через червоточину. Подожди, вот это кто такой-то вообще? Это же у нас такой был, по-моему, ребят. Да? О, новый биом, друзья мои. Пираты Карибского моря. А, а, а. Сейчас я вам там устрою карнавальную ночку. Так, давай, наверное. Так, у нас Хэнк здесь есть. Но мне, наверное, нужен плевун, скорее всего, ребят. Дилофозо, или как его там? Блин, пират этот, конечно, бомбит. Очень сильно по мне вжаривает. Так. Ага, думал, сейчас я их пробью быстренько. Не тут-то было, ребят. Быстренько пробить не получилось мне их. Но зато на 3 звезды. А, нет. Ребят, уже звезду одну потеряли. А что так быстро-то? Что-то как-то быстро мы звезду потеряли. Вроде не так уж тут и задерживался я. 450 монет. Так, по одной этих. Ага. Скоро, друзья мои, прокачается у нас мамонт. Есть такая вероятность. Похоже, мы еще не дома. В каком времени мы сейчас находимся? Время, когда песчаные люди находили сумасшедшее оружие. Мы должны быть умными и грамотно обороняться. Круто, давайте сражаться до следующей червоточины. Что мы с тобой и делаем. Мы сражаемся до следующей червоточины.
Так, их подбили. Ну-ка посмотрим, как... как Рэмбо справится с ними. Справится ли он? Не со всеми. Опа! Пират в бочке был. Маленькие плювики помогают мне. Так, если я, ребят, не... Да почему так быстро звезду-то вы снимаете? Эй! Друзья, очень быстро снимает звезду. Очень быстро, прям вообще моментально. Я, конечно, все понимаю, но не настолько же быстро-то. Я только это подошел, уже все, отняли. Хитрецы, а. Ну, допустим. Вот так вот. Так, у нас, ребята, одна энергия, насколько я помню, и... Ну... Да, конечно. Ну, вот, ребята, был же у нас вот этот вот. Этот чувачочек у нас был. Здравствуйте, приехали. Парень с пушкой, прикинь. Папай тоже мне нашелся. Так. Мне бы кого-нибудь посерьезнее бы. Кого тут? Энки, что ли, вызывать? Но Энки у нас несерьезный. Это так себе. У нас вот, вот это, да, это посерьезнее будет. Но... Сороковничек, ладно, я подожду сороковничек. Я его все равно, мне его надо призвать, ребят. Мама-то бы еще в идеале. В идеале. Так, секундочку. Ну, в принципе, да, мамонта надо подзывать уже. Если так подумать. Окей. Подожди, а в кого они-то попадают? Кто там у меня постоянно помирает? Так, друзья, идем на три звезды, но я что-то как-то слабо верю, что они мне дадут ее заработать. Ну, конечно же. Хотя... Разбил. Разбил, друзья мои, успели мы. Успели. Открываем. Опа, мамонт, ребята, готов прокачаться на один уровень. Так, хорошо. И тут у нас тоже все хорошо. Здесь нормально сыграли мы. Да здесь как бы и не сложно было, в принципе. А что же вот это такое? Эй, началось новое событие, зацените. А, новое событие, сейчас подожди секунду. Где мой мамонт, сколько требует? Есть. Фига себе, хп 932.
Атака плюс 7. А что за новое событие, ребят? Легендарная Азия. Че, глянем, ребят, что за... Что это за событие такое? Что нам понадобится? Наверное, огонь, Хэнк и Рэмбо. А, мы энергию свою тратим. Че, серьезно, что ли? Офигеть, блин. Это первый этап? Да я не смогу его одолеть. Нет, какое тут, друзья? Пи! Все, хана яйцу. Дурачок, блин, а? Новое событие. Легендарная Азия. Да идите вот с такой Азией, блин. Первур... А, у меня больше энергии нету, блин. Я бы лучше пошел бы за сундуком. Я так и не понял, кстати, друзья мои, почему здесь был динозаврик, которого... Там же вот этот был. 20 тысяч... обновления. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!